Вора – это децентрализованная экосистема для игр и развлечений. Вора стремится привлечь игры и приложения из сектора GameFi в свою сеть Бора, чтобы избежать использования блокчейнов, таких как Ethereum, которые имеют высокие сборы за газ. По этой причине Бора использует двухуровневую блокчейн-систему. Токен Бора торгуется на блокчейне Clydes, публичном блокчейне, который ориентирован на метавселенные и игровые варианты использования. Вора Chain – это модульный блокчейн, который может использоваться децентрализованными приложениями в качестве уровня выполнения. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Команда Бора предоставляет наборы инструментов для разработки, которые помогают разработчикам создавать децентрализованные приложения для своей экосистемы. Он также использует баллы Вора, валюты внутри экосистемы, в качестве ресурса для развития и стимулирования вкладов Бора. Баллы Вора впоследствии могут быть конвертированы в токен или же обычную монету Вора. Бора – это блокчейн с высокой межцепочной интероперабельностью, который работает с различными уровнями для повышения его безопасности, масштабируемости и надежности. Для разработчиков игр Бора интересна своим простым в навигации API и веб-интерфейсом, а также полной функциональностью в рамках своей экосистемы. Бора также предоставляет разработчикам и создателям контента инфраструктуру для управления и удержания пользователей, такую как система Бора Point, которая интегрируется с токеном Бора. У Бора есть три уровня блокчейна. Базовый уровень – это нижний уровень блокчейна, который поддерживает инфраструктуру экосистемы и сеть передачи данных. Основной слой также поддерживает расчет точек Бора. Его код смоделирован по образу Ethereum, хотя Бора использует механизм консенсуса Proof of Stake. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Второй уровень сервиса содержит API и наборы для разработки программного обеспечения, которые интегрируются с токеном, контентами и приложениями, созданными для Бора. Бора CoinChain Explorer расположен на сервисном уровне и позволяет отслеживать все перемещения токенов Бора. Бора Atal Software Development Kit предлагает разработчикам инструмент для управления и разработки приложений для Бора. Последний уровень – это прикладной уровень, с которым взаимодействуют конечные пользователи. На нем размещен весь контент для экосистемы Бора, а также приложение Бора для платформы управления активами. Приложение предоставляет функции обмена токенами наряду с доступным к приложениям с бесплатным контентом. Бора раньше был токеном ERC-20, но перешел на блокчейн Clydes из-за того, что последний сосредоточен на играх и приложениях с метавселенными. Бора теоретически бесконечно расширяема. При необходимости дополнения блокчейны могут быть построены поверх текущего блокчейна базового уровня, который служит в качестве расчетного уровня для транзакций на Бора.
Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройстиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.